факела Андрей Мурнин. Андрей, ну сегодня поздравляем вас, во-первых, с победой. Сегодня в конце матча пришлось передать капитанскую повязку. Ну, заменили. Когда заменяют капитанскую повязку, надо отдавать. А отдавать Юрию Дубровину ее надо было, потому что человек давно факели. Во-первых, во-вторых, давно из-за травмы не играл. Хорошо, что его выпустили. Вы просто почувствовали накал борьбы. Хотя, прямо скажем, борьбы сегодня не получилось. Осадок какой-то неприятный остался после встречи? Да нет, какой неприятный осадок. Нет, все нормально, отлично все. Мы выиграли, чем должен быть осадок. Нет, осадка нет. То есть в целом впечатление хорошее? Ну, конечно, я считаю, что мы выиграли сегодня по делу совершенно. Если бы еще не пропустили этот нелепый гол, который на ровном месте случился в раздевалку. Вот. Молодцы, что сразу во втором тайме еще забили. В принципе, могли еще забить. Но я считаю, что шансов КамАЗу мы сегодня даже на ничего не дали. Вот, кстати, по поводу этого мяча, который забили вам, скажем так, в раздевалку. С негодованием с некоторым ходили в эту раздевалку. Ну, конечно, знаете, когда команда ударила КамАЗ, наверное, в первом тайме один раз по воротам, и не с этого удара забила гол. Конечно, негодование при стопроцентном преимуществе нашей команды пропускать в конце не очень приятно. Поэтому как бы такое негодование. После четырех мячей немножко сбавили темп. Уже была уверенность в победе? Ну, здесь не то, чтобы уверенность в победе. Здесь просто 4-1, и смысла бежать и забивать пятый, шестой все равно будет трячка. Понятно, что хочется там зрителям как можно больше голов. Но команда та устала и стоит сзади. Ну, зачем атаковать счет 4-1? Еще можно нарваться на контратаку, пропустить гол. Это совершенно не при такой игре. Спасибо вам большое.